Итак, всем привет, это Джим Сим. Сегодня мы продолжим наше путешествие по музеям во время карантина. Сегодня у нас будет Белый дом в США, округ Колумбия, город Вашингтон. Тут 4 экспозиции, и поэтому мы начнем с уличной экспозиции. Итак, почему-то мы начинаем с центра Лужайки. Кстати, если обернуться, можно увидеть американский этот обелиск. Я иногда буду картинки сохранять. Так, сохраняется у меня, к сожалению, тоже что-то на паузу. Еще прикольненько так, ладно. Двинули. Что интересно, передвигаться можно только по левой стороне. Так, вот у нас стоять фонтанчик. Чуть-чуть как симпатично. Итак, продвигаемся вперед. Вот мы вышли на дорогу. Тут можно с обеих сторон пройти. Так. Давайте сначала с этой стороны пойдем. Туда нас. Ой. Там какие-то ворота, наверное, для машин. Если вы видите, там еще тоже здание, но нас туда не пустят. Собаки страшные. Блин, фотографы здесь просто охрененные, я смотрю. Подожди, где мы? Вот сюда. О, машинка. А номера есть? Сыки, номера замазали. Да ладно тебе, погоди. Ну-ка. Да, замазали. Ну, видите, нас туда не пущают. Вот какой-то дом. Эх, я его знаю. Там что-то такое? Беседка какая-то. Я так подозреваю, что дом, ну, может быть, тут живут кто-то. Не знаю. О, смотрите, детская площадка. Так. Давай посмотрим. Ну да, когда здесь площадка, то какой-то что-то такое щит, что ли. Итак, тренажер, как я вам знаю, вот тоже продолжение дома. И вот сам. Так, а на лужайку можно зайти? Не, нельзя. Нельзя, так. Вот мы подошли к Белому дому. Мужик какой-то нас ждет. Хе, сеньор! Не меня ли ты ждешь? Эй, мужик! О, сюда можно зайти? Не, походу это уличная экспозиция только. Так, надо сфоткать вот это вот. Это надо сфоткать. Так, ну что ж, давайте теперь в ту сторону пойдем. Мы пошли слева, теперь по правой дорожке, но если оттуда смотреть, она правая. Сейчас она для нас левая. Так. Туда можно пойти? Не, нельзя. Туда нас тоже не пущают. Так, это что такое? Что это такое? Туалет. Замечательно. Ну вот. Кстати, как идею. Туда нас, кстати, тоже не пущают. Ладно. Ой, фонарик какой-то такой. Так. Вот оттуда мы с центра лужайки пришли. Надо это тоже так фуфукануть немного. Итак, ну что же, надо переходить в следующую экспозицию. Так, тихо. Экспозиция. Эйзенхауэр. Это, короче, какая-то экспозиция. Нет. Резиденция Эйзенхауэра. Она, наверное, тоже к Белому дому относится. Во. Так. Вот мы.
Так, пока есть комбат, что у нас здесь? USA флаг! Да ёлки-моталки, да что ты? Так, ой, сначала подумал, что это Александр Сергеевич. Увеличить, к сожалению, я не могу, потому что меня выбрасывают. Ну да ладно, он идет прикрепить. Давайте полок посмотрим. Ну что я хочу? Корабль. Корабли мои гавани. Так. Ой, статуя! Ты смотри, статуя свободы. Ну-ка. Да ёлки-моталки, да, ну что ты творишь? Хотел увеличить, я забыл. Так, что у нас еще есть? Блин, что ж так плохо фоткаете, а? Куда там еще можно? Какой сервантик сегодня? Не жаль, зла. Мне нравится. Так. Так, куда выйти можно? А, вот, сразу же. Ну, что это симпатичненько. О, Save War and Navy Department and Building. Лепота. Так, что у нас здесь? Пушки. Да, в белом доме. Так, ладно, поехали дальше. Посмотрим, что там еще есть. Так как мы здесь были. Ладненько. Ну вы читаете, кто по-английски читает. Вот так, это вот. Тут ходу пишут, что это значит. Так, далее. Секретарь это называется, вот штука, где она. Это секретарь, больше как она похожа. О, оттуда а можно выйти? Вышли вот это. Так, секретарь, ага. Какой-то гроб. Кто такой? Да и ёперный ты, балет. Мы здесь уже были, давай уволим. Блин, почему здесь у него флаг? Это конфедерация или Зидин Штатат? Так. Главное, что это такое старинное, и бац, компьютер. Оп. Что у нас здесь? Шкаф. Замечательно. Дверь. Какой-то дядька. Здесь еще одно здесь. Стулья, кушетки, стол. А кто-то здесь заседает. Так. Ага, еще какой-то дядька. Прикольная его лампа. Да ёлка, что ты... А чё ты чё? Какого пёса? Да ты чё творишь, что ты держишь? Вот это нам самый первый флаг. Американский. Так, какой-то мужик. Мужик какой-то. Так, это мы смотрели. Так. Так. Вот это что, шатату или что такое? Заходим. Ой, Арюль! Блин, увеличить не могу, сука. Тут почему-то ничего не увеличивается. Ладно, пойдем посмотрим. Йоу, ПССР. Сейчас я на машинок. Так,
отсюда достать. Рекомендую нельзя. Еще какой-то мужик. О, флаг с орлом. Опять орюль. Флаг. Юисейки. Так, какие-то еще товарищи. И... Ой, за окна. Ну да, это самое, это не Белый дом, это вот то, что мы с вами прочли. Даже где там, даже какую-то дверь нам идти. Томату тут пришли. Сучики, фигульчики, так. Аюль. О, это я где? Гуглина. На зеркало столько крючков и крючка. Давай дальше. Так, тут это чем мы были. Как же жить? Да. Оп. Ну да, мы были. Дальше. О. Тут мы не были. Или были. Нет, даже я не помню, что делала она. Айнс? Нет, не были его, этих дядей, я не помню. Смотри, это Гжель? Гжель? Да ладно. Ух, что ты какой прикольный. Нет, что хорошо, это красиво. Красиво. Все, на нас там в огне. О, какая-то типа ваза. Стол. Тоже уже как подонос, стул подоноса такой. Так, куда нам шептать его можно? Ну? Вот дайте мне, так. Еще какой-то мужик. О, часы смотри какие прикольные. Малахит? Нет. Опять флаг парашки. Ну? Куда нам шептать? А чё, прикольненько как-то. Только интересно, вот это как что используется? Стол? Или что это такое? Так, а я хочу вообще-то вон туда дальше пойти. Ладненько, идем далее. Так. Что это у нас может быть? Я не знаю, что это может быть. Что это такое? Телефон вот этот, водолук, который... Да ладно, круто. Подожди. Куда это я? Уф, ты кто-то какой, Айлюль! Красивый, но мы пока подожди. Подожди. Че, это можно... Можно туда уйти, сюда уйти. Какой вы сам на экспозицию делаете, господа? Америкосы, что такое? Не представляю, что это такое. Какие там флажки, какие-то фляжки. Смотри, глобус. Оп. Камин. Ой, Линкольн. Это же Линкольн, да? А что за... Державка какая-то. Ой, смотри-ка. Библиотека. Блин, мы можем туда и туда пойти. Давай сюда зайдем. Симпатично. Вот, это американский флаг. Свернутый. Нас там не видно. Камин. Ни о чем. Не, у меня внутри есть симпатичный какой-то. Вот кто знает, что это за президент Америки? Кажется, какой-то президент с этой чашкой красивой, стульчики. И все главное в цветах, знаете, такие чисто американские. Это, слушай, по-моему, этот не тот, который инвалидный коляски был. Так, вот сюда зайдем. Какой-то тоже, наверное, президент. Ой, телефон, погоди. А здесь уже более современный телефон. Так, давайте посмотрим стол со сосудами. И пройдемте далее. Так. Какой-то, наверное, президент. Ну, что так? Ой, что такое? Там типа...
секретная такая выемка. Так. Подожди, мы здесь разнивали? Блин, тут были. Подожди. Ой, не-не-не, назад. Нет, да, мы тут, да. Здесь мы тут сейчас были. Подожди. Я уже заблудился в этом белом доме. Нам туда. Кажись, да. Для тех, кто тут что-то здесь выглядит. Здесь мы были, вот мы здесь перещелкнули. Вот теперь нам сюда. Так, а мы тут были. Поехали дальше. Так. Опять камины. Ага, стоять не будем. Подожди. Чё за фигня? Так. Давай дальше. Мы это всё видели. Он Павель. Что такое? Он колесница и опер. Он является спектакль прикольный. Погоди. Заплаги американские, это на французский, похоже же, там остальное, я не знаю, английский что-то. О, смотри-ка. Подожди. Ого, это что за крест? Так, на эту комнату мы смотрели, эту комнату мы тоже смотрели. Резиденция Эйзенхауэра. Может это Эйзенхауэр? Так, ну все, мурок в голове, башка-чат. Кто? Ты кто, дядь? Вот смотри, ой. Погоди. Погоди. Нас туда не пущают. Это шкатулочка, столик, зеркальце. Это что такое? Коробок. Это красивый, но коробок. Оп-оп. Да, ну тут были, ну что же, давайте дальше. Йоу, просто это что такое? Как надо там ходить можно? Поверху. Так. Тут компьютер. Джон Квинси Адамс. Это библиотека, что ли? Наверное, ну погоди-ка. Так. Ну да. Погоди. Рано еще. Здесь еще посмотрим. А можно ходить в библиотеку? Да. Это библиотека. Погоди, сюда зайдем. О, там же можно было зайти. Ой, это что, уронили пол, что ли, или что-то такое? Как это? Что это случилось? Так, туда нас не пущают. Значит, возвращаемся. Так, прикинь, там походить можно? Ёлки, мы бы в несколько этажей. Погоди, а куда дальше-то? Оп-оп. Чудо-оп. Нет. Что-что-что? Вся библиотека? Она что-то не стало. Прилично. Так, туда, да, там читать можно, залы прям, читальные. Так, вот туда мы можем пройти, да. Да. Твою дивизию. Туда можно пойти? Пойти? Собаки. Туда нас не пущают. Слышишь? Подожди. Что-то мне назад повернуло, а? Ну и как мне теперь вернуться? Библиотека хренова. О, смотри, Клинтон Обама. Замечательно. Сим-сим, откройся, блядь. А, вот он, Европа, блин, сзади.
Так. Погнали. Куда мы можем пойти? Туда? Мы не можем пойти. Замечательно. Туда? Мы тоже не можем пойти. Вперед? Да, смотри, можно. И что? И куда? Не, нас вообще никуда не пущают. Библиотеку мы здесь были. Но нас все равно туда не пущают. Никуда, да? Ладно, дальше. Ого! А это какой-то нихрена. Слушай, это как зал. Блин, давайте потолок. Там второй этаж же есть. Ботанию светлый так вставили, я сказал. О, ну и что она здесь покажет? Индиан Третьюн. Диски чего-то. Диски комната. Ой. Что это такое? Я подумал, есть. Так. Дальше на нас не могут сказать. Красотиша! Ой, красотиша какая! Мальчик какой-то держит, ну, да, здесь. И чё, всё? Погнали дальше. Опа! Вот, смотри, на втором этаже охрененно. Туда можно сходить? Можно! Даже посмотреть за гранатом можно. Ой, это балконы есть, какая здесь. Нас со второго этажа подняли. Так. Погоди. Мы зайти не можем. Блин, ну тут здесь фотоку прописали. Что это за лаги? Белый дом, как ты можешь? Что за какие? Кулюха. Блин, ну как вы фоткали-то, а? Кадилы хреново. Можем туда зайти? Не, не можем. Ну вот мы и посмотрели второй этаж. Так, это что такое за Rooms Designation? Чего? Это на втором этаже. Это индийская комната. Мы разве здесь обычно зайдем? Так, о! Вот и кончилась у нас экспозиция. Да? Ну да. Так, пока нажму на паузу. Ну что, господа, переходим непосредственно к Белому дому. Так, сейчас я себя глянем. Почему-то у них очень разные разрешения. Сейчас я выставлю. Так. Твою мать нажала на что-то. И погнали. Теперь непосредственно Белый дом. Так. Вот нас какой-то, блин, хромовый зал. Это уже непосредственно Белый дом. Это не резиденция Эйзенхауэра. А именно Белый дом. Давайте начнем оттуда. Да хорош тебе. Давайте. Да что ты? Начнем почему-то они с этого зала начинают. Мне кажется, надо, ну ладно. Давайте с этого зала. Мне красавело. Красавело зал.
Почему такие лаги? Видите, все в их синих, коричневых и частях американских цвета. Какой-то мужик. Кто тут? Можно? Тихо. Это Родопов. О, кстати, здесь увеличить можно. Замечательно. Он еще какой-то президент. Вам какая-то страшная, наверное. Но зато очень создатая какая-то. Это камень. Это явно из камня. Хотя вот это дерево, вот это, я не знаю, это камень. Такие красивые сундучки. Так, сюда. Сейчас у нас какой-то дядька. Не знаю, кто это. А ты кто? Мужик, ты кто? Что это такое? Картина. One moment. Итак. Что, кстати, у нас с потолком? Люстра. Так, сюда пройдем. Сказал сюда. Ты что, подойди, мама? Тут в основном этот мужик, мужики на фотографиях, ну, на картинах, знаешь, это президент, а если женщина, то это первые, так называемые первые леди. Вон, видишь, что видно? Мужик. Так. О, сюда можно пойти. Кстати, ну, я честно скажу, я здесь уже живовал. Вот это комната, видели, красивая, да? Этот цвет, это просто расслабляющий, успокаивающий. Так, что это за комод? Там тоже какой-то дядька. Вот мне кажется, что вот это Уиллис Грант. Если мне память не изменяет. Так. Давай сюда зайдем. Тут зайдем. Красиво. О, вам какая задумка. Видите, красиво, все красиво. Так. Чё, центр? Блин, я хотел центр ручки посмотреть. О. Каменнички любят, это на курсе смотрю камины. Ещё какая-то тётя. Дача, это жена какого-то президента, так. Диванчики. В каком-то мы потом зайдем, посмотрим, какая такая. Хрен, она какая-то такая. Тоже же какой-то президент, а какая-то чего за картина. Море какое-то. Дожди, оп. Красиво. Так, подожди. Подожди ты в натуре. О. Да. Вот это, по-моему, Грант. Это я не знаю, кто. Здесь картина. Так, куда надо встать? Какой стул такой. Вообще мебель, конечно, шикарная. Картины. Тоже же какой-то. Блин, что-то вышел-то. Что-то вышел из комнаты. Так, что же там за... Сори, это случайно. Тоже же какой-то президент. Так. Пойдем теперь в ту комнату. Какой-то зал, он такой большой зал, тут, наверное, какие-то переговоры ведутся. Так. Ну-ка. Интересно, это сирень белая. Так, симпотно. Или люстры такие, подсвечники. Так, какой-то... Ой, Линкольн! Ой, Абрахам! Или Авраам, не знаю, как правильно, Абрахам или Авраам, все-таки. Камин. Там интересно, нарисованные
какой-то дрова или нет? Или настоящие? Так, что тут у нас еще есть? Шторы какие-то, шторы что-то мне не нравится, если честно. Ой, так, отражалки нету. Смотри, какая столешница. Ой, Аюль! Аюль, ты смотри, Аюль! Хотя на самом деле это Орлан. А символ Америки не орел, а Орлан. Опять орлы. Стрелка, ты что творишь? Смотри, какая столешница. Мраммер. Какой-то мраммер. Американский Орлан. Так. Хороший дед там. Чего? Что было? О, Криблор с этим. Блин, не знает. Даже не. Давайте сначала сюда зайдем. Да ты хорош, выкидывай меня. Да ты, блин, достала. Тут такое управление, если честно. Сюда? Стрелки здесь. Ну, американцы, а? Скотины. Ну? О, давай. Да хорош, а? Стрелка? Почему стрелка какая-то странная сбоку появляется? Так, что самое смешное, нас в эту комнату не пускают вообще никаким образом. Не знаю почему. Но не пускает. Давайте тогда так посмотрим. Увеличим. А, там уже айку видно, смотри. Это что за картина такая стрёмная? Бордовое все здесь. Ну, о! Нас обратно вытянуло? Блин, да. Почему-то нас туда не хочет пускать. Просто не хочет. Ну, как всегда, камин, зеркало. Ладно. Пойдем в коридор. Вот. Ой, товарищ Никсон. Ёлки. Падла вонючая. Че такое? Так. Какие люстры, а? Не, ну все равно красиво. Ну, сюда подойдем. Тоже какие-то президенты. О, погоди. Я хочу вот эту жучку смотреть. Прикольно, как сахарница. На сахарницу похоже. Это ёлки. Ой, Клинтон. Это же Клинтон, да? Так, в тех комнатах мы были. О, туда надо еще зайти. Там, по-моему, не были. Погоди, давай туда зайдем. Это, наверное, главный вход. Да? О, смотри, лестница. Ёбаса. Ой, смотри, погоди. Можно ближе подойти? Ну ладно. Клинтон, ёкерный бабай, Клинтон. Так. Давай туда зайдем. Чё там в окошке видно? Шторки. Тоже какие-то. Так. Ё-моё, позорище, позорище! Интересно, это старший или младший? Мне кажется, младший. Так. Смотри, часики какие, и вазы какие. Классно, классно. Выстрел классный, так. А мы можем? Подожди, я хочу наверх. Блин, не пускай наверх. Тоже люстры такие. Так. Так. Вниз. Вниз нас не пускают. О, подожди. Что за зал? Еще какой-то здоровый зал. Ну-ка. Так. Отражение такое, посмотри. Не пойму. Подожди.
там реально же деревяшки, или это голограмма, или как это там? Хрен его знает. Так, поймали дальше. Шикардос. Люстра классная. Это коридор. О, они тут были? Потом смотреть. Ну. Да крестик где-то. Как это странно, крестики здесь сбоку. О, какая-то зеленая комната, надо глянуть. Так, кто ты, товарищ? Ну здесь тоже камины, камины потолки, отлично. Так, были ли мы в этой комнате зеленой? А, нет, не были. А, не, были. Кому тут этот, который самый первый? Да, давайте возвращаемся. Да. Так. Что тут еще? Кабры. Кстати, какие золотые прикольные шторы. О, как дивилинг. Подожди, это тоже, подожди, вот этот чувак тоже. Это президент на какой-то купюре изображен. Вот такая, наверное, какая-то первая леди. Очень стрёмная. Ну или любители, я хочу сказать. Так. А там кто-то, кто у нас? Кто-то таков? Кто это? Я не знаю. Блядь, ну что же, конечно, красивое. Подожди-ка. Ну. Так. Ну вот вниз нас упорно не хотят пускать. Кстати, вот. Погоди. На второй этаж мы подняться не можем, но... Вот эти картинки, это где? Вот это, кажется, есть второй этаж. Чего? Погоди, что тут написано? Ой, волки. А здесь что, балкон, что ли? Не похоже. Подожди, откуда я пришел? Ну-ка. Наверное, приемная какая-то. Вон там чувак сидит. И еще? А что это такое хо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 ? Уи-ю-ты! Что-то лаванулка программа. О, что-то такие фотки. Кто там? Я хрен знает, кто там. Слушай, это не... Обама своей женой, а? Похоже, чем-то. Похоже. Здесь это тоже Обама. Здесь, наверное, в правлении Обамы это все делали. Так. О, еще какие-то фотографии. Ну-ка. А что, Буш или играет? Ой, Буш это Клинтон. Смотри, а здесь... А, дирижер. Так, здесь у нас что такое? Прикольно. Ладно. Погнали. Так. Какая-то жена чья-то. О, кто-то такой. Ты кто-то такой? Я тебя не знаю. Давай, до свидания. Так. Там не видно? Не видно. О. Так. Вот сюда. Ух ты. Здесь явно какой-нибудь секретарь сидит или охранник, не знаю. Так, что у нас здесь? Тут и старые фотки есть. О, смотри. Французский флаг, американский флаг. Интересно, советский есть? Туда, да, походу, можно сходить. А что, дверь закрыли?
Опа, и дверь закрыли. Молодцы, мне нравится. Так. Давай я за кошку сосну. Ты... Ржи... Так, что у нас здесь? Слушай, это не Брежнев? Дальше не надо меня пропускать? О, стоять. Так, что у нас здесь? Кто это такие? Слышишь, они не Пресли? Пресли немножко похож. Ой, Буш. Не знаю, старший, младший. Эй, я вам своей Мишель. Я не знаю, кто это. Блин, Клинтон. На улице тоже прикольно, так. Так, так, это кто? Я не знаю, еще и надписи расплываются, не видно ни хрена. Ты такая Диана? Диана? Не принцесса Диана, Диана случайно. Буш. Это, надеюсь, Обама, что ли? О, Эон этот, наверное, Валерий Мурецкий, который... Так. Еще какие-то фото. Чуть-чуть пионер? Погоди, а я это кто? Это Голем, наверное, у Обама там снимает. Хрен знает. Так. Ой, еще один Пушкин. Еще один Пушкин. Так. Давайте посмотрим. Товарищи президентов. Блядство. Вот это кто-то такой. Я не знаю. Так, погнали. Дядь, ты кто? Подожди. Давай туда. Кто это такой? Написано Авраам Линкольн. Авраам, мать его, Линкольн. Так, что у нас здесь? Не знаю. О, Кеннеди, ёлки, Джон Фиджеральд. Кто? Клинтон. Это кто такие? Я не знаю. А ты? Обама. Хиллари. Никсон, по-моему. Ой, это Маргарет Тэтчер, ёпер-сэр. Буш, старший. Никсон, по-моему. Это я, хрен знает. Так, это мы смотрели, а нет, не смотрели, погоди. Давно никого не знаю. Ой, ё-мать, это плохо, что покрыли. Так. Да. Какой-то еще крылочек. Ух ты, что такое? Что за экспозиция такая? Вообще какие-то буйволы там, что ли? О! О, ковбои сраные! Ковбои! Так, годилось, да? Прикольный сервант. Тарелки красивые. А кто такая? Какая-то такая. Опять какая-нибудь такая лейди. Пока все дверь закрылась. А, нет, не закрылась. О, туда можно зайти. Как-то... И сюда можно зайти. Давай. Вау. Тут книг очень много. Ух, кто-то какие-то орхидеи. Тоже что-то смотри, опять сокрытый ковер. Чисто американские цвета. Синий, красный, коричневый. Это сколько тут не лопа прикольная. Это свечки? Что это? Вот оно.
Каминчик. Вау, картина какая. Все классно. Да, что, сюда нельзя подойти, нет? Ну-ка, да, туда можно подойти. Да. Везде орланы. Дайте почитать чуть-чуть. Ладно, мы так увидим. Спокойно. Что там написано? Эдисон. Смотри, Эдисон нашел. Подожди, мы еще не найдем. Так, выходим и заходим в эту комнату. Чё ты туда заходишь? Вроде же можно было туда зайти. Красава. Пожалуй. Ну-ка. Подожди. Чё за фигня? Пожалуйста. Подожди. Туда можно войти, я знаю, собаки. Ну и ладно. Давай потом зайдем. Запомните. Наверх подняться нельзя. Замечательно. Давай сюда зайдем. Тоже я хочу туда красавца. Летананду. Любимейшая птичка какая-то. Которая здесь водилась, по-моему. Так. Фарфорчик. Спасибо. Давайте того посмотрим. Понятненько. Мы уже оттуда начали. Так, кто такая? Какая-то первая леди. Так, это выход. Ну да, сюда надо. Это что, Гжель в американском белом доме? Вот, кстати, баба тоже, которая там же заражена. Ковёрчик. Ух, картина, смотри, голодочки. Может, меня выпустишь как-нибудь? Меня выпускать теперь хочет. Пожалуйста. Нет, мне туда не надо. Мне туда, пожалуй. Ну, выпустите меня в коридор. Подожди. Сейчас погоняю.
где мы там нажимали? Здесь мы были. 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 О, кстати. Погоди. Подожди, зеленая комната мы здесь были? Не помню. Да, да, были, по-моему. Подожди. Или нас туда не пустили тогда? Да, кстати. Я хотел кое-что показать. Да ёлки, да как бы... Подожди. Здесь зеленая комната. Вот. Не, погоди. Это второй этаж, и ёлки-моталки. Мы здесь не были. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Не, были. Кстати. Кто такой? Кто это? Это Буш старший. Смотри, какой рояль. Почему он такой прямоугольный? Он этот инвалид. О, блин! Блин, Клинтон. Посмотри. Так, куда нас не пустят? Погнали. О, смотри. USA. Вот. Здесь же мы были, в самом начале. Зеркале тоже Айюль. Да, после синей пошла розовая комната, мы здесь были. Так, вот. Здесь мы... Не помню. Блядь, это только комната. Очень так американцы, конечно. Какая-то первая леди. Да куда ты меня ставишь-то? Это что такое? А, лампа. Больно диванчика. Вот Мелания Трамп. Точно, Мелания Трамп. По-моему, самый красивый среди всех первых лиг, которые здесь только были в американцев. Так. Все-таки подносим. Интересно, с чего? Это еще какая-то первая бледи. Дровишки. Откуда дровишки? С детства везли снимал. Так. Тоже подносы всякие. Еще какая-то первая. Бледи. Какая-то страшная такая бледи. Так, вот мы вышли. Куда нас, кстати, почему-то не запустило? Ну ничего. У нас здесь специальные картиночки. Так, идем далее. Там, подожди, туда я заходил. Ух ты! Подожди, вот этот я не помню. Вот этот пуфик был вот этот? Что-то мы посмотрели все вот эти вот сервизы. Лодочки. Да ёлки, мотал, ты что ты творишь, а? Так. Я вот этого пуфика не помню. Ладно, выходим. О. Сейчас нас спокойно выпустили. Наверх можно подняться? Можно! Но погоди. Успеется. Что это такое? Опять Пушушкина. Опять Пушушкина. Так, а что-то вот туда нас не хочет пускать. Подожди. О. Да. Да зачем ты меня туда жмёрнул? Подожди. Ну а дальше? Видишь? Аум. Да! Походу, туда нас не хотят пущать. Ну и ладно. Тоже мне герои. Посмотри. А, это в ту комнату. А почему-то коридорчина нас не пускает.
собаки, ладно. Давайте посмотрим, что там наверху. Так, можно туда подняться? Чуть-чуть нас так отрезок это запугнули. Не, погоди. Не, навы, я вам честно скажу, что лучше. Он просто сквозь стену идёт. Навы и то лучше сделано, чем здесь. Погоди, это кто такая? О, вы узнаете эту тварь! Собака. Хиллари. Сейчас скажи, симпатичная раньше она была. Чё мне тогда не попалась? Симпатичная она была. Моник Лилинс, кто страшный, блядь, по сравнению с ней. Всё, дальше нас туда не пускает. Подожди-ка. Так, здесь мы вывели. Здесь мы вывели. Тут мы были. Так. Здесь. Это синий зал, да? Да, здесь синий зал, где мы были. Это тоже здесь. Это где? Так, здесь. Ага. Здесь мы были. Здесь. А, Мелания там, да? Да, Мелания. Это мы видели. Это мы тоже все видели. Так, это у нас розовая комната. В розовой комнате мы были. Здесь. Что за зал? Были? Да, золотые шторы. Это все было. Так. Розовые диваны. Было. Это золотые шторы были. Здесь. Были. Пам-пам-пам, это синий зал были. Конечно, вот этот зал меня впечатляет. Ну и, конечно, вот этот розовый комнат тоже. Так. Это где? Это какая-то зеленая комната. А, в зеленой комнате мы были. Что это такое? А где это? Мы здесь картины посмотрели. Это баба. Президент какой-то. Так. Это же опять президенты какие-то. Оп. Кто-то такой. Я не знаю. А мы тоже президент в каком-то были? Я эти картины не помню. Ох, тут. На маленьком плоту. Прикольненько. Смотри, как он все ломал. Не, по-моему, здесь это не было. Что это тебе? Вижу что-то. Так. Куда там пройти? Во. Интересно, это где такое здание? Латиноамериканский. У зеркала вот это такое классное. Зима какая-то. Так, а кто такой? Я не знаю. Это какие-то президенты. Так. О! А, тут уже мы были. Да, здесь. Были здесь. Это синий зал. Синий зал, это мы были. В синем зале были в этом? А картины мы не смотрели. Пам-пам-пам, так. А, ну здесь какие-то картины мы видели, я просто не все походу показал. Вот это красота, как рули, и парусные, и пара.
этот резидент. Я не знаю, кто это. Вот это как он что делает? Что делает? Малькалывает что-то. Ну и походу мы все посмотрели. Посмотрю я сейчас еще одну экспозицию. Итак. Ну вот это мы сейчас с вами посмотрели. Белый, как говорится, дом. А что дальше? Что это такое? Тут все написано, кстати. А, вот зал этот. Тут, видите, уже все по-английски написано, что это. Ну, мы здесь уже ходили, просто вы можете почитать. Красота. Вот этот какой-то Entrance Hall. Entrance, вход. Такой зал. Да. Ну и что это такое? Так, 1902 год это появились. А, Джерет Джохол. Да. Вот коридор. Кросс Холл. Это как коридор же, правильно? Да. Коридор, дальше. Восточная комната. Так, быстренько пробежимся. Кому надо, на паузу читать, это опять восточная комната. Так, зеленая комната. Они прям так называются, цвета. Опять зеленая комната, глянь. Эх, красота. Так, Blue Room. А? Хорошо. Это опять Blue Room. Это какая? Red Room. Хотя я бы сказал не Red Room, а Rose Room. Больше Rose, чем Red. Это State... Это, короче, жаль. Обеднее, по-русски говоря. Тут, походу, едят, видишь, написано State Dining Room. Хотя, по-французски, я не... Английский я плохо знаю, французский лучше. Дине, по-французски, вообще ужинать. Не есть, а именно ужинать. Так. Автор Белый дом. Так. Так, эту экспозицию мы посмотрим. Продолжаем. Это что-то Ground Floor Corridor. Ну здесь все с описанием, так мы ходить могли, просто посмотреть, теперь тут все с описанием. Библиотека. Библиотека. Так. Что у нас такое? Vermeil Room. Смотри, какая вервер, потрясающая. Ну мы здесь были, поэтому мы долго смотреть не будем. Далее. Тоже Vermeil Room. Точно, с 3D имя, помните? Далее. China Room. China Room? А что, китайцы же живут? Китайская комната. А что здесь китайского? Как бы фарфор. А что здесь китайского? Ковер вроде не китайский. Люстра не китайская, только фарфор. East Garden Room. Ну, Garden это сад, по-моему, это сад. Видите, сад выходит. Комната. Восточная. Наверное, сейчас коридор пойдем, нет? А, нет. Наверное, комната, которая в сад выходит. Ой, сори. А что такое? Да блин, куда описание делать? Дальше. А, это то же самое, да? Да. Как же он такой старожилый, красивый. Далее. Еще дальше. Чего вы нам одну и ту же картинку показываете?
Ну это голубой этот Blue Room. Все. Так, что нам еще предлагают здесь посмотреть? Не надо нам говорить, смотрите, картины можно посмотреть. Давайте посмотрим картины. Картины, которые представлены в Белом доме. Джон Фиджер. А, это Кеннеди. Погоди. А, тут можно смотреть. Грета Кэмптон. Уоллес Труман. Жена Грета Труман. Джон Фиджеральд Кеннеди. Джордж Хилли. Абрахам Линкольн. Анна Элеонор Рузвельт. Миссис Франклин Дэ Рузвельт. Мэйми Дженева Доут Эйзенхауэр. Джон Тайлер. Джон Квинси Адамс. Джон Адамс. Линдон Байн Джонс. Это прочие картины, которые в Белом доме выставлены. Ой! Я думал, это Мелания Трамп, это Жаклин Гувьеке, надеюсь, Анасис. А я думал, это Мелания Трамп. А почему Мелания Трамп? А, это же во времена Обамы делали. Поэтому там Трампа нет. Грейс Кугхью Кулидж. Джеймс Монро. Эндрю Джексон. Честер Алан Артур. Лу Хенри Ховер. Миллард Филмор. Резерфорд Берчард Хайс. Ой, а я его как там Грантом обозвал. Марта Дендридж Кустис. Вашингтон. Ой, вот жена Вашингтона. Так, Патрисия Райан Никсон. Жена Никсона. Джордж Вашингтон. А, кстати, вот этого чувака я не мог вспомнить. Вашингтон. Франклин Пирс. Джон Квинси Адамс. Уильям Ховард Тафт. Дули Пейн Мэдисон. Уильям Хенри Хэррисон. Эндрю Джонсон. Это такой Грувер Кливленд. Мартин Ван Бурен. Мартин Ван Бурен? Подожди. Ван Бурен это кто такой? Это диджей такой есть. Томас Джефферсон. Теодор Рузвельт. Лора Вилош Буш. Это жена Буша, я подумал, это Сесиана. О, Хиллари Рокхэм Клинтон. Джефферсон Клинтон. А чё, они с Джефферсонами, оказывается, это самое? Родственники. Ага. Сент-Дюнс. Вот Сансон, Атлантик-Сити. Это все картины, что там. Александр Хэмилтон. Ну чё? Free Children? Это не те, которые там сочком ловили случайно. Ну что ты не грузишь-то, а? Бенджамин Франклин. А вот. А, нет. А что, а собаку? Free Children. А где собака? Почему не сказать так? Бенджамин Франклин. Келвин Кулидж. Луиза Кэтрин Джонсон Адамс. О. Фермер in Winter. Короче, ферма зимой. Джеймс Нокс Полк. Кто это такой? О, Бостон Харбор. А, я понял. Это какая-то гавань в Бостоне. Джеральд Рудольф Форд. Форд это все фашисты. Так, президент Джордж В. Буш. Это старший или младший? Анжелика Синглтон Ван Бурен. Бенджамин Харрисон, да, я тебя тоже этим обозвал. Рональд Уилсон Рейган. А, Рейган, я его как Никсона назвал, Рейган, да. Нэнси Дэвис Рейган.
Ой, Буш, ой, Буш, как у тебя. Вильям Джефферсон Клинтон. Джефферсон. Ты родственник Джефферсона? Rocky Mountain Landscape. Отличная картина. А можно сходить, сука? Ага, Lighter Reeling Steamboat Round. Не пойму, это лод или чуть такой, или это плод? Опа. Потрешаро. Generous Ship Pauly. Шаритариш. Wicked Chief Pauly. Вудро Вилсон. Чего? Хайна Гуджихини? Eagle of Delight? Подожди. Орел какой-то. Охренеть. Джош Херберт Уолкер Буш. Это Херозен, младший, старший. Так. Independence Hall in Philadelphia. Вильям Маккинли, Барбара Пирс Буш. Шуманик Куш. Прерий Вульф. Волк Прерий. Извините вообще. Ну что ты... Подожди. О. Манкузе Уайт Плум. Плум. Белый Плум. Плум. Что это такое Плум? Плум. Клаудия Дибир Тейлор Джонсон. Жена Линдона Джонсона. The Indian Vesperas. Бойс Крабинг. Джимми Картер. Джеймс Мэдисон. Это кто-то такая? The Mosquito Net. Mosquito Net. Это гея. Флорида Санрайз. Флоридский этот. То ли закат, то ли восход Санрайз копировалось. Mountain of Beer Lake Towers. Ниагара Фоллс. Ниагарский водопад. Это, короче, он там он падает. О, Уилли Симпсон Грант. Вот. А тебя я правильно обозвал Грантом. Ёбра, ты что за хрень? The Circus номер один. The Farm Landing. Castle Rock. Нахант, Массачусетс. Все картины смотрели. Ну вот и все. Мы весь Белый дом посмотрели. Все картины, все его залы. Что хочу сказать? Красиво. Красиво. Ну что же, давайте здесь закончим. Это был GBC. Это были музеи онлайн во время карантина. Это был White House. The White House. USA. Вот это оно. Ну что же, всем спасибо и всем пока.